Ноябрь – месяц государственных праздников. Проведите праздники в Даугавпилсе с теплом в душе и с любовью к Латвии. В день Лачплесиса 11 ноября торжественные мероприятия начнутся с возложения цветов к могилам павших воинов. В 12 – минута памяти на лютеранских кладбищах. В 17 часов все приглашаются на факельное шествие, которое начнется от нового корпуса Даугавпилсского университета и завершится на площади Венебас, где в 17.45 состоится концерт группы «Двинскас музыканты». 17 ноября в 16 часов Центр Ротко в честь праздника откроет новый выставочный сезон. 18 ноября – день провозглашения независимости Латвийской Республики. В 10 часов в католическом храме Святого Петра состоится праздничное богослужение. В 19 часов в концертном зале Дома Единства концерт группы «Элпа», вход свободный. В 20.30 на площади Венебас играет духовой оркестр Даугава. В 20.50 – торжественная речь председателя Даугавпилсской городской думы Яниса Лачплесиса. В 21 час вместе со всей Латвией споем гимн и насладимся праздничным салютом. С 19 ноября на площади Венебас начнет работать каток. Не упустите возможность поднять настроение, активно проведя выходные. Подробная информация о праздничных мероприятиях на Daugavpils.lv.